Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Пока не играл в ящик. Именно так решили два больных раком соседа по больничной палате, когда услышали свой приговор. Один из них вспыльчивый миллиардер, а второй – эрудированный автомеханик. Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие. Путешествие всей своей жизни. Прыжки с парашютом? Посмотрим. Гонки на раритетных автомобилях? Сделано. Посмотреть на пирамиды? Отлично. Открыть радость жизни прежде, чем станет слишком поздно? Точно. Ступники. Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады. Один из них – агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой – крот, внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев. Любовь по правилам и без, 2003 года. Пожилой функционер музыкальной индустрии Гарри Лангер питает нежные чувства к молоденькой Марин. Внезапный сердечный удар, приключившийся с Гарри в доме матери его любовницы, Эрики, провоцирует создание любовного треугольника, но с иным раскладом, ибо вызванный для оказания помощи врач, так же как и его пациент, внезапно влюбляются в Эрику. Сияние. Главный герой, Джек Терренс, приехал в элегантный уединенный отель, чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона вместе со своей женой и сыном. Терренс здесь раньше никогда не бывал. Или это не совсем так? Ответ лежит во мраке, сотканном из преступного кошмара. Пролетая над гнездом кукушки, сымитировав помешательство, в надежде избежать тюремного заключения, Рэндалл Патрик МакМерфи попадает в психиатрическую клинику, где почти безраздельным хозяином является жестокосердечная сестра Милдред Рэтчет. МакМерфи поражается тому, что прочие пациенты смирились с существующим положением вещей, а некоторые даже сознательно пришли в лечебницу, прячась от пугающего внешнего мира, и решается на бунт в одиночку. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!